И вы про режиссеров, с которыми вы работали, вы не очень лестно отзываетесь. Вы... Нет. Ну как? О ком? Ну, про одну... Сурикову? Про Сурикову назвали ее бездарной. Ну, это про не Балабанова не... скажешь долбанутый, вы употребили ненормативную лексику. Нет, стоп. Я имел в виду Сурикова. Я очень переживал, что я в интервью Гордона, мою любимую Аллу Ильиничну Сурикову, сказал бездарной. Я имел в виду не совсем так. Я настолько ее люблю. Я настолько к Суриковой отношусь как к члену семьи, потому что, когда с Аллой Ильиничной работаешь на площадке, я снимался в нескольких картинах, ты уже как семья. Я Сурикову очень люблю. Ну, как с точки зрения вот режиссуры, если бы не было бы актеров, которые у нее снимались, угу, то бы не были бы ее фильмы такие успешные и удачные. То есть она состоялась благодаря Панину. Она состоялась благодаря Миронову. Она состоялась. Панин — это вообще ни о чем. Кино, которое она сняла с Панином на пленку, последняя ее картина на пленку, которую она снимала на данный момент, оно ужасное. Оно милое, замечательное, но оно ужасное. Угу. Актеры существуют там ужасно. Великие. Никоненко. Плохо. Вот это вот все, вот это как раз театральщина.